Ты не прав. Я не всегда бываю один. Что ты сделал с моим телом? Моим телом невозможно управлять снаружи. К счастью, тот инцидент дал мне замечательную возможность улучшить систему Гекатанхир. Совершенно бесплатно. С помощью наномашин. Наномашин? Что? Ненасытные твари. Теперь они питаются тобой. На самом деле, это потрясающая программа, которая активируется в одно мгновение, как только уровень адреналина у тебя в крови превышает заданную величину. Ты же понимаешь, что инцидент со взломом тоже был частью плана? Проникнуть в главный узел центра управления спутниками слишком сложно для меня. Поэтому я немного изменил их резервную систему. Все, что требовалось после этого, вывести из строя основную. Киды отлично справился с заданием. Почему, черт подери, ты это делаешь? Знаешь, почему мир никогда не сможет существовать без кровопролития? Кутай, все дело в разнице интересов. Разные чувства, разные мысли. Все они приводят к конфликтам. Но если мир привести к единому общему сознанию, это ты. Ты стоишь за всеми терактами. Нет, у меня есть единомышленники во всем мире. Не нарывайся, козел! Слишком поздно. А теперь займемся остальными. Сбой системы. Мы потеряли контроль над спутниками. Связь со спутниками прервана. Что происходит? Запасная система тоже не отвечает. Пробуй еще. Чего ты хочешь добиться? Ассимиляция и естественный отбор. Кто не сможет объединиться, будет уничтожен. Благодаря Конексису и глобальной спутниковой сети человечество раз и навсегда станет единым. Представь себе мир без споров и дискриминации, в котором не будет конфликтов и, как следствие, войн. Мое видение идеалов Халкона наконец-то станет единственно реальным и правильным. Халкон. Глобальная сеть неисправна. Мы потеряли контроль над спутниками. Повторяю, мы потеряли контроль над спутниками. Они дождались, пока спутники окажутся под нашим контролем, а потом просто перехватили их. Даже атака на саммит была тщательно спланирована. Премьер-министр, если они передадут сигнал на Конексусы через спутники... Нике, отправь предупреждение всем союзным нациям. Не беспокойся. Очень скоро ты все поймешь. Механически или нет, наши тела всего лишь оболочки. Нет, это пули предназначено не тебе, мой дорогой сообщник. Кэстер! Нет! Мы все объединимся.